что такое инновации вообще вот в этой узкопрофильной политической факин отрасли? Вы сами знаете, что без инноваций нет вот этого всего бла-бла-бла, но на этом бла-бла-бла, знаете, чувак порвал эпоху, красавец, надо что-то менять. А чуваки, какие чуваки, извините за это слово, чуваки, простите меня, пожалуйста, за такое слово, да, и девчонки, они своими мозгами вкладываются в превентивную медицину, потому что у вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня. Ну, да. Не, ну что-то у меня есть, конечно. Смотрите. Может, мне в щечку поговорить хочешь?